К тестированию нового высокопроходимого автомобиля скорой медицинской помощи на базе КАМАЗ приступили в Магаданской области. Первыми с техническими данными новой разработки специалисты автозавода познакомили персонал городской станции скорой медицинской помощи. Новый автомобиль предназначен для того, чтобы проехать по любому бездорожью и оказать помощь тому, кто в ней нуждается, независимо от его местоположения. Цель была какая? Высокопроходимость и создание автомобиля, который отвечает всем нашим северным условиям с точки зрения того, чтобы при транспортировке и оказании помощи больным обеспечить комфортные условия для персонала, ну и прежде всего, конечно, для больных. Пусть у нас.